в конце сначала. Тренер сказал, особо тяжело с этим на площадке брать. О чем говорили в последнем тайм-ауте? На ком фалить, если получишь большой? Разбирали такие варианты? Ну да, конечно, было фалить, но на большом тренеру плохо бросает. То есть в самой концовке, в четвертой четверти, когда плюс два видели, все равно фалить? А, не, ничего не говорили. Ну, а что касается второго овертайма, последний бросок, который совершал, ну, это было то, что хотел тренер, примерно разыграли так? Ну, да, разыграли. Конечно. Руки скользкие были, мяч слетел с руки, а так, либо на меня, либо на принца, то это было тоже опасно. Содержание – это лучшая игра, на твой взгляд, из всех показанных здесь? Интереснее, чем у тебя. Да, если нет, лучше, что все, проиграли, что можно лучше. Только все отрицать. Ну, а глобальные цели, о которой там говорит и тренер, и руководство федерации, что мы строим команду, которая будет двигаться к Рио. Есть в этом плане какие-то подвижки позитивные в Словении? Что-то строится? Сейчас трудно сказать. Не знаю, все проигрываем. Только отрицательный опыт, это тоже опыт, только так, а так я пока ничего не вижу сейчас. Сереж, а что случилось со штрафными? Вот, наверное, на них была проиграна эта игра. Ну, я бы сказал, что штрафные. В конце сами мяч выкинули. Били там 3 очка, мяч в аут выкинули. И позже. И в конце свалили, не знаю, что свалили. В концовке матча было. В основном времени, да? Да. Сереж, в основном времени столько раз один из них.